Приветствую вас на очередном уроке в нашем тренинг-центре. Полезная информация для спонсоров. Если на обучающей платформе уже занимаются люди из вашей структуры, и вы сами зарегистрированы и проходите обучение на платформе, пожалуйста, свяжитесь со своей структурой и попросите их переподключиться на обучающей платформе под вас. Существующий тарифный план «Лидер» позволяет подключаться к урокам, хранящимся в личном кабинете Ольги Васильевны, вне зависимости от того, на каком уровне вложенности вы находитесь. Сейчас не требуется для получения доступа включаться к обучающей платформе по реферальной ссылке Ольги Васильевны. Сейчас все приглашенные люди должны приходить, подключаться именно по вашей реферальной ссылке и попадать в вашу структуру на платформе «Век роста». Как на обучающей платформе сменить спонсора? Делается это несложно. Во-первых, вы сами должны войти в профиль, выбрать учетную запись и убедиться, что ваш регистрационный номер вы указали верно. Если по каким-то причинам он указан неверно, исправьте его, внесите изменения и нажмите кнопочку «Сохранить». После внесенных изменений система попросит вас ввести пароль от личного кабинета Века Роста для того, чтобы подтвердить, что это действие сделано осмысленно. Надеюсь на то, что ваш пароль сохранен в блокнотике, либо хранен в программе LastPass. Пароль и логин от личного кабинета приходят вам на вашу почту, которую вы указывали при регистрации. Входит письмо, доступ в ваш личный кабинет, и в этом письме указан и логин от вашего кабинета, который является адресом вашей почты, и указан пароль. Это письмо не удаляйте, сохраните его лучше на диске вашего компьютера. Итак, свой регистрационный номер вы проверили. Этот номер нужно передать человеку, который учится на платформе и является уже вашей структурой в команде VivaSAP. Ваш человек переходит в настройки своего профиля, выбирает страничку «Спонсор», нажимает на красную кнопку «Открепиться от спонсора», он открепляется в данном случае от Ольги Васильевны, подтверждает, что он хочет открепиться, исчезает фотография спонсора, вводит ваш номер как спонсора и нажимает на кнопочку «Сохранить». Появляется фамилия, имя, отчество уже ваша. Платформа показывает, что она нашла ваш личный кабинет. Повторное нажатие на кнопочку «Сохранить» приводит к сохранению данных о новом спонсоре. Появляется соответствующее окошечко, вы его закрываете. Что происходит? Появляется фотография уже ваша. Надеюсь, все вы ее загрузили в личный профиль. И опять же появляется статус «Не подтверждено». Теперь вы сами, как спонсор, должны подтвердить человека из вашей структуры. В вашем личном кабинете в разделе «Структура» появляется зелененький огонечек. Это говорит о том, что здесь есть какое-то оповещение, его нужно обработать. Открываете структуру, выбираете заявки в структуру и видите, кто к вам сейчас просится в структуру. Если этот человек ваш и вы хотите его подтвердить, отмечаем галочкой, нажимаю «Подтвердить». Подтверждаю свое действие, да, я хочу подтвердить этого человека. Закрываю. Из заявок структуры исчезает этот человек и появляется уже он в вашей команде. На страничке личного кабинета вашего человека, если он обновит эту страничку, статус «Не подтверждено» изменяется и появляется кнопочка «Связаться». Появляется информация о новом спонсоре. Вот эти открепления можно производить сколь угодно часто. То есть сейчас ваша задача, конечно, в первую очередь пригласить свою первую линию. Если в вашей первой линии есть люди, которые вообще-то пришли тоже со своей структурой, они должны проделать все то же самое. Желательно выстраивать именно структуру на обучающей платформе точно так, как она реализована в компании VivaSAP. Причем переподключение под нового спонсора никаким образом не отображается на количестве подключенных курсов. Все, что у вас было подключено, все точно так же у вас осталось. Опять же, все уроки, которые вы прошли, они также считаются пройденными, зачтенными. То есть ничего у человека, который переподключился, кроме фотографии спонсора,
в личном кабинете не поменялось. Всех новых людей в обучающий центр необходимо приглашать по своей реферальной ссылке, по вашей. Она есть у каждого. Открываем партнерка, выбираем статистика, и вот эта реферальная ссылка. Кликаем по ней правой кнопочкой «Копировать». Вы скопировали свою реферальную ссылку. Теперь вы ее можете вставить куда угодно, в личное сообщение, отправить по почте, и человек уже будет подключаться под вас. Обязательно человеку нужно вместе с этой ссылкой передать свой номер регистрационный. И для того, чтобы не было вопросов, как подключаться, прежде чем передавать ссылку, отправьте ссылку на ролик «Как подключаться». Все эти ссылки я размещу под видео. Благодарю, что досмотрели ролик до конца. Если возникли какие-то вопросы, пожалуйста, пишите их в домашнем задании. Я подредактирую текст урока, либо перепишу ролик.